Здравствуйте. С полиции? Дело ведется применение административного законодательства. Предприниматель вы здесь? Вы продавец? А кем являетесь? Один из участников детского крестьянского собрания. Один из участников. А в данном-то магазине кем являетесь? Никим. Вот у вас в продаже находится и вывеска, находится настоящий вятский квас. Это где производство находится у вас? У крестьян, а где конкретно? Адрес. А там адреса нет, я кадастровый номер, что ли. Ну, район нет, какой? Не в поле. Кто производит? Ну, крестьяне, где они живут? В поле или. Вы в курсе, что наименование вятский квас является зарегистрированным товарным знаком? Только я в курсе. Наименование вятский квас может быть и зарегистрировано. Но настоящий вятский квас — это констатация факта. Вот я это знаю. А называется этот квас пшеничный с медом. Ну вот то, что у вас на этикетке написано, вятский квас. Вот именно эта надпись написано. Является зарегистрированным товарным знаком. В ходе проверки поступившего обращения сотрудниками ОМВД России по Кировской области в магазине, расположенном в городе Кирове по улице Горбачева, 30, пресечен факт незаконной реализации напитка с незаконным использованием зарегистрированного товарного знака «Вятский квас». На данной продукции отсутствует информация о производителе, дате производства, сроке годности, а также сведения о соответствии его к стандартам качества. Из оборота изъято 50 единиц продукции на сумму более 12 тысяч рублей. Продукция направлена для проведения экспертизы. По данному факту возбуждено административное расследование за незаконное использование зарегистрированного товарного знака. В настоящее время проводится проверка, устанавливается производитель, а также собственник магазина.